Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить Elden Ring. Остановился я, ну, в принципе, как сказать, подземелье, замок. Называется он могила героя Гельмира. Вот. Так его на прошлом стриме я не дошел. Будем проходить дальше, а потом пойдем в вулкановое поместье. Там вроде как у нас какие-то интересные квесты и так далее. Ладно, поехали. Поехали проходить. Причем тут у нас в этом данже хода два, насколько я понял. Посмотрел одним глазком, значит. Ну, первый ход я вчера начал проходить. mr.toast. А кресло пришло. Да, пришло. Буквально вот сегодня 3 часа позвонили, зашибись. 2 чувака меня расковыряли. Круто. Буквально сегодня в 3 часа дня позвонили, 3:30, даже 3:45. Позвонили, говорит, идите, забирайте. А машина у них была, по-моему, с утра еще. Часов в 12 где-то мимо проходил. Они разгружались. Какая-то проблема вот постоянно стала с этим, с скоростью поднятия щита. Сейчас он вроде как нормальный. Ну, как бы отзывчиво работает. Я не знаю. Сейчас я просто его прожимал, и он не сработал. Что интересно. Так, давай. Мы не будем рисковать. Сейчас их этот паровоз замотит. Ваншотяй ши. Так, ну вроде второго тоже там досталось. Ай-яй-яй-яй-яй. Минус 10 косарей. Прикольно. Ну ладно, сейчас уже не в рунах счастья, как говорится. Что-то с этого данза жопа горит. Особенно вот с этих поездов. Все. Я закрылся. Нормас. А второго мы не зацепили. Она второго задела, но почему-то она его не убила до конца. Так, я вот не помню, как я успеваю пробегать. Угу. Явно когда она наверху. Полетели. Прыгаем сюда. Ну и все, он в лаве подыхает. Так, теперь. По-моему, когда... Нет, не когда, она едет наверх. Ну, давай, быстрее. Сейчас она его там зарубит. И потом он дохнет в лаве. Ок. Теперь надо добежать вон до той точки. А он там еще кто-то был. Я не помню. Все было как в тумане. Бля, я, по-моему, рано. Нет, я успел. А что не едет? А, точно. Точно, нужно же в игре подвиснуть. Сегодня тоже какое-то обновление на нее вышло, качалось, ну, минут 10, наверное. 10 минут примерно, может 15. Качалось, установилось. Геморрой так и не произойдет. Они не пофиксили, короче. Я не знаю, может быть это конкретно у меня что-то.
перестановка и, может быть, поможет. Я не знаю. Хрен, успею, нет? Нет, не успею. Да, блядь, я не попал. Сука. Зацепило таки чуть-чуть. Вот гнида. Знаете, паровоз, да, а не ваншотище. Сейчас мы, короче, вот в этот проход сходим. Там надо полутать, позырить, что есть. Но потом надо вообще в сторону лавы туда, по лаве прям скакать. По лаве почему-то паровозы эти не катаются. Не сезон ведь. Ога. Бля, чё они такие жесткие, интересно? Скелеты прямо это, того самого. Вам? Ну давай еще раз. Ибо манны до хрена. Чё подобрать? Тлеющая бабочка. Обалдеть. Так. Оружие. Там подохнем. Так, потом еще один, да, чувак улетает. Ну давай. Ах ты гнида, ну мне пизда, короче. А нет, мне повезло больше, чем этому челу. Тут главное аккуратненько, не торопиться, не напрягать банан. Ну и все, полетели. Что там по рунам? Охуеть. Полторы штуки. Подожди, нет, она когда наверх... Она же вроде тут оставалась. Ладно. Все, наконец. Итак, отсюда, наверное, можно и, в принципе, так удрать. А то вот этот товарищ там с краю правого. Вот этот. Лупит прямо из-под тишка, падла. Ага. Ну и мне повезло, этот не активировался. Приемлемо. Он подох? Да, подох. Не, угарные взрывом относятся. Так, теперь надо по-быстрому. Вот сюда. Потом вот сюда. Шмяк. И все. Я совсем забыл, что вот эти штуки при ударе, они отключаются и залезают внутрь. Я же с такой темой уже там встречался. Так, тут еще у нас один был. Он там ныкается, падла. Причем, по-моему, их двое. А, вон они. Какие дети. Иди сюда. Хм.
Он там застрял в кувшинах, короче. Как и я в прошлый раз. Я тоже застрял в кувшинах, и он меня завалил, и потом то ли огнем меня зажарил или что-то. Так, давай, мы не будем рисковать. Риск, конечно, дело благородное, но мы их так. Золотая руна. Вот, в общем, собственно, ради этой руны я в прошлый раз и подох тут. Не стал. Так, дальше пошли. Дальше. Этот товарищ у нас катается куда? Потом наверх, в принципе, можно. Угу. Очень странно. А чё в прошлый раз застрял? Ладно, мне наверх. Надеюсь. Бляха, а тут никого. А, мне повезло. Чуть было не было. Но тут же ничего нету, да? Помогите. Утраченная благодать не поможет. Очевидный клик, но в принципе хорошо. Ах ты, падла. Все, мне хана. Чуть-чуть. Я чуть-чуть не успел. Сука, и все заново. Ладно. В следующий раз, когда я сюда дойду, хотя бы не надо будет наверх бежать. Подобный данж я тоже проходил уже. Там было чуть попроще, по-моему. Хотя. Когда эти штуки катаются, главное четко здесь. Все, она его завалила. Ладно, будем верить на слово. Стой. Да, когда она наверху, надо. Надо бежать. Ах ты, пидор грязный. Все. Опять там на улице тусит, и его там пускай ебут медведи. Да какие материалы получить? Держу. Так, когда она внизу, надо бежать. Я понял. Бля, или когда она наверху? Когда в него? Я, наверное, рано побежал, да? Хотя нет, нормально. Когда наверху надо бежать. Да, 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 я же не успею. Так, ну давай топим вперед. Чуть-чуть я, кстати, этот такой щит подкачал. И чуть-чуть подкачал этот такой. Медальон, короче, который хилит. Так, так. Глянет? Нет.
Теперь надо как-то выбираться вниз. Блять, что и получится. Эта хрень его завалил. Блять, там второй бежит. Так, ну тут точно бодов. Надо этого добивать. Нас. Так, ну и что дальше, куда? Куда-то вот туда. И на налево. Ай, блядь, быстрее. Падла драная. Он длиннее, чем я думал. Надо было, наверное, вот там, где я сейчас подох, прыгать в бок. Я там увидел коварно стоящий какой-то этот какой-то. Типа поребрика какого-то, я не знаю, бордюрчик. Я думаю, что мне туда. Ай-яй-яй-яй, ну я запутался в колоннах. Все. Минус этот хмырь. А я не успею, да? Блять. Секунды какие-то, просто у тебя секунды, блядь, сраные, я не знаю. Начинаешь торопиться, начинаешь не успевать, скажем так, вот в эти тайминги и все. И заново. Блять, если тут будет босс, прикинь, все заново вот так вот к нему бегать каждый раз, если ты просрал. На этом штурба. Добьем. Так. Ждем пока наверх. Палим туда. Ну и все, мне пизда. А нет, я успел. Ебать, эта гнида просто пол здоровья, да у меня стрелами снес. Такой коварный тип. Давай, полечимся. Так, когда он будет внизу, да? Датские каталки. Да быстрее. Я просто раз тут падал. А, ну да, я потому что поторопился и полетел туда. Блин, я не знаю, забыл. То ли когда она наверху убежать. Да. А нет, подожди, нет, когда нам внизу бежать надо. Все верно. Но в следующий раз, когда она будет наверху. Вот так.
Странно, почему-то этот челик никогда не агрится на меня. Я его, походу, не возбуждаю вообще. Я опять забыл. Сколько вот времени у меня? Ну, допустим. Отсюда сюда. Ну и там он ее раскатает. Так. Сейчас попробую ее зануть бордюр вот этот вот. Вот тут, вот тут. Опа. Блять. Там осталось-то, вот, ну чуть-чуть совсем, ну чуть-чуть, падла ты. Сраная хидэтака. Надо было еще пару шагов дальше пробежать и оттуда. Сволочи, блять. Твою мать. Ну, ёбни ты по нему. Наконец-то. Так, а теперь надо бежать, когда он внизу или когда вверх? Когда наверху. Блять, ты что делаешь? Все понятно. Я не переключился на позов. МР точка просто. Виноват тебе такая ВВП больше нет. Ну, ВВП тут вообще как бы ни при чем. На вот хиды так опадло еще там. Ну, что не переключается? Какие материалы? Вот. Короче, он глючит, потому что тут вот это говно нахрен. Понаписали, понашвыряли каких-то листочков, бантиков, и вот это вот говно, короче, она не переключает у меня точно оружие. Он предлагает мне прочесть Андрей, послание и так далее. Выкини уже щит. Допустим, для красоты будет. Я как бы им не и пользуюсь, но так чисто. Супер стрим. Главное, чтобы кресло не заживало. Здорово, Серег. Не, не заживет. Я проверял. Так. Вот. Теперь что, когда, да, когда эта залупа будет внизу. Окей. Топим сюда. Гидроэра это вылетает. Там он и подох. Так, а теперь когда он внизу или когда он наверху? Не, когда наверху. Блин, или когда она внизу? Не, по-моему, когда внизу. Да, тут что-то маловато расстояние. Я не успею. Теперь вниз. Я видел чел, стоя наверху этой колесницы гонял. Так вот, я тоже видел. Знать бы, где они запрыгивают, было бы шикарно, я бы тоже покатался. Как на ебучем пони. Так,
Так, отсюда. Отсюда, получается, надо подождать, пока он валит вниз, да? И топим вот сюда. Тут у нас челик появляется. Ему до свидания. Добиваем. Ну. Все. Так. Да, это какой-то странный прыжок веры, я не знаю. Просто вот на такой бордюрчик за 2 секунды успеть добежать и перепрыгнуть на него. Нет, пизда. Либо до конца топить, но я не успею. Я видел, что чувак прыгал на этот бордюр. Если, конечно, тут где-то нет другого подобного. Все, раскатал. Я уже не успею. Ирил Гаоси, кресло-то удобнее. Лучше табуретки снизу. Я, кстати, на кухонной табуретке, по-моему, сколько время стримил, так ни разу и не сидел. Я себе сразу, по-моему, тогда стул купил. Да заебись кресло, надо привыкнуть. Я вот собрал-то 10 минут назад. Блять, как он чмошным по лаве прыгает, эта труба вообще. Бежим когда вверху, потом когда внизу. Нет, наоборот. Так вот. Можно вообще, по идее, по лаве пропрыгать, и, по-моему, там он вообще туда не едет. Ирил Гаоси. Ну и отлично. Лови от меня ментальный донат. Спасибо за ментальный донат. Тут получается ходов 2. Вот там вот по лаве и по прямой. Вот здесь, по-моему, чел бегал через бордюр. И потом можно еще как-то по прямой сбегать. Но я не знаю, что-то, по-моему, я не успеваю. Какие-то души бегают, собирают. Схуяли, загуляли. Когда я их успел тут оставить? Ладно, не суть. Сейчас попробую по прямой сразу же. Ломануть до конца. Я, блять. Ладно. Куда тут бежать-то? Только она сейчас наверх поедет. Где всховаться-то от этой гниды? Ну, хотя бы так. О. Нихуя чучело стоит, блядь. А его ёбнул. Ебанутый данж вообще с этими повозочками. Ладно, еще хуй с ним. Тут, блядь, кажется, просто каждый. Ну, геморрой, как бы, на каждом углу. То есть у меня в жизни петушка осталась. И вот эта вот сраная анимация поднятия щита, блядь. Она то ли заглючила опять, то ли. И пыть напряжно. Я сжался.
Так вот. На время эта сучка гоняет. У тебя буквально, блядь, 2-3 секунды, чтобы сообразить, что творить. Блять, ну ты серьезно, нахуй? Вот так вот душа и просирается. Просто, блять, на ровном месте хуяк два челика, которые никогда тебя не убивали, заебенивают тебя просто как орех, знаешь. Шикарно просто. Видимо, игре нужно было, короче говоря, вот моментик такой. Замутить. Потому что нет-нет, но игра местами дает ёбу просто вот на ровном месте. Вот сейчас смотри, эти мобы даже не успеют до меня добежать. Вот просто хуяк их размотал. Тихо, не туда. Сука, вот а как в прошлый раз я подох, я даже не понял. А я, блядь, застрял. В очко тебе тыкнул, дыра, блядь. Так, когда она внизу будет бежит? По-моему, когда она наверху. Блять, едет, чувствует пизда мне. В полете ёбнуло. Шикарно вообще. Какие-то секунды ебучие. Ты не успеваешь, все, пизда. Как бесит этот данжа. Пиздос вообще. Понятно. Сейчас пройдем. Надо просто время. Ну почти да, как бы на тоненького тут так и бегаешь. И почти вот весь этот данж ты бегаешь на тоненького. Пиздой, мне хватит, я думаю, здорово. Просто вот между укрытиями пробегаешь в ту секунду, когда он прям, ты слышишь по звуку, то что тебе он сейчас по очку проедется и сваншотит тебя. Блять. Мы с ним одновременно стреляем, но у него выстрел просто на какие-то миллисекунды. Или выстрел, или чем он там лупит, я не знаю, что. Нож какой-то достает, сука. У него чуть-чуть просто на какие-то миллисекунды быстрее удар, и все, и он тебя захуяривает. Такие пидоры, пиздец. Я уже, блядь, начинаю отсасывать просто в самом начале. Ебануться вообще. Причем надо еще потом эту черную куку как-то завалить. Сейчас он по нему прокатится. Так, когда наверху бежим? Сука, и раз от раза постоянно ситуация меняется. Да иди ты нахуй. Почему он, блядь, там колет кости свои? Скотина нахуй. Да ёб твою мать. Ну, давай. Чем-то было же. По-моему, когда вверху. Нет, когда внизу.
Блять, я, наверное, поторопился. С пылающим пердаком туда залетел. Сука, у него, наверное, по идее, должны эти перья вообще сгореть, которые на мне. Уже 10 тысяч раз. Кстати, вот эти товарищи тоже могут сваншотить. Здесь, по-моему, надо бежать, когда он... Когда внизу, по-моему. Да. А чё он там цель поймал, интересно? Что-то на стенке. Нет, я выйду лучше подходящий момент, как бежать. Но явно бежать надо, когда он наверху. Вообще без вопросов. Да ёб твою мать. Я не знаю, то ли надо сразу заворачивать налево, либо к этой кикимори черной, блядь, прыгать. Но тогда она тебя завалит просто. Нахуй машина. Ирил Гаус, конечно. А знаете, какие крутые события происходят вокруг? Какие крутые события? Ну-ка, ну-ка. Ирил Гаус, на улице уже третий день, плюс 10, адовая жара дома. Ну, у нас не плюс 10. У нас там, ну, тоже какая-то плюсовая температура, как бы все тает. Начинается вот это вот ёбань, то что тачки застревают. И вот со двора не выехать. Тает все. Ну, дома тоже, да, жара, батареи топят как не в себя, естественно. А ночью подмораживает маленько. МР-точка просто. А у нас сегодня мини-снег. Да, не, блядь. Я не успею. Мини-снег, я что-то не заметил, но что-то такое там, да, сыпало. Ну, быстрее, блядь. Не, пизда, я похибся. Конечно, хоть это говно ваншотит, но... Можно нарваться на моба, который тебя заколит просто. Побежишь заново. Так, бежим теперь, когда она внизу. У нас обещают, кстати, в ближайшем времени типа снегопады, типа заморозок каких-то. По-моему, зима у нас еще не кончилась. Так, сейчас Клави. Когда эта хрень будет наверху. У этого чувака какой-то длинный полет с рапирой, как у Супермена. По-моему, он метров на 5 улетел вперед сейчас. Это откуда как? Деяние аристократа.
Не думал, кстати, то, что аристократы в тряпки одеваются. Ну, этого достаточно застанет, и он его раскатает. Так, теперь я подожду еще. Попробую сейчас обратно налево бежать. Там потом разберемся. Ну, блять. Там просто секунда какая-то ебливая, нахуй. Пиздец. Я не знаю, может там прыжок типа нельзя делать, надо перекатом хуеть. Так он все равно тебя заебень. Вот дичь какая, а. Ирил Гаоси. Мини снег с мини холодком. Чтоб потом бегать с мини-членами. Так, кто там возле меня подал? Вот этот? Пуфара. Аж ты ебаный утырок, блядь. Но, кстати, мне повезло тем, что я, короче, я пока этот валялся, у меня анимация сработала, что я этот как я типа дохлый. Да какие материалы, ну, блядь. Вот в чем проблема. Выбрать действие. Вот эти вот уебки, да, два или вот это вот говно. Когда ты меняешь оружие, это та же самая кнопка, что и коснуться и пятна крови, блядь, получить материалы. Если ты отсюда отойдешь, то у тебя оружие меняется. Пиздос. Курс доллара 98 рублей. Я смотрю то, что сегодня оно 104 вроде как, и вчера ничего не изменилось. Я, может, не на эти доллары смотрел. Какие-нибудь. Австралийский, по-моему, да, еще у нас есть. У нас. У них. MR.toaster. За каждым ростом следует падение. Ну, по идее, да. Что-то в этом есть. Есть в этом высказывании зерно рациональности. Типа, все по спирали, там, блядь, экономика, там. Ну, это надо, наверное, уроки экономики проходить, чтобы в этом... покачиваясь в кресле качалки с бокалом какого-нибудь бренди, рассуждать, как ёбнулись акции там и так далее. Так, когда она наверху будет? Слушай, ну эту часть уже как-то лучше и лучше, и лучше получается проходить. Ну, биржевой курс, курс СБ и курс торгов немного разные. В эту минуту в торгах 98. Да уёма. Да сука ты, Иван, блять. Пидор это, ну пиздец. Вот я тебе говорю, то, что он рапирует свои, просто колет. Два удара быстро он их делает. Что у тебя считается как, ну... Как одновременно полноценно, блядь, фонтара. И потом он забивает, пока ты кастуешь. Какая гнида, блядь, а? Немного разные, вроде, ну, торгах 98. Гаоси, счет кресла не помогает. Да, оно, наверное, еще не пропиталось этим. Скилловым потом, короче. Но они меня сейчас захуяли просто. Да. Игре нужно было так сделать. Я вообще просто... Когда они начинают вот именно так лупить, то есть... Именно такой трай, когда у тебя выходит, они тебя забивают и ничего не успевают сделать. Ни щит ёбнуть, ничего. Плюс еще это говно, как бы ты не можешь от них убежать. У тебя стенки по бокам, сзади стенка. И еще эта залупа катается впереди.
Так что, когда такое говно выпадает, то, надо просто не сопротивляться. И просто получать пизды, как бы, и все. Дохнуть и бежать за мной. Игре надо просто, видимо, время от времени тоже пар выпустить, чтобы завалить тебя, короче. Унизить, и потом она нормально. Вот сейчас он будет бежать, будет все в порядке. Почему ты, блядь, щит не повел, наконец? Я сейчас 4 раза успел прожать, пока он щит поднял. Да нахуй пошли. Ирил Гаоси. Нет. Не катай за лупу. Сорми Ирил Кулак, ты сделал. Тут все подобны. Смотрю, то, что поведение у мобов и у этой хрени, которая катается, каждый забег, она разная. Такое ощущение, что тут какой-то рандом, то есть они как-то по-разному все время действуют. Когда-то они в одном положении, вот эти вот скелеты, находятся, выбегают они одинаково. Один правый идет чуть быстрее, чем левый. Это попадание. Но иногда вот этот слева скелет, он находится чуть дальше всегда. Но если они вдвоем одновременно прыгнули на тебя, то они тебя заковыряют сразу. Вот я сейчас быстро 3 раза, наверное, прожал, потом он только начал щит поднимать. Я не знаю, может быть, это с каким-то обновлением вот это говно вышло. Со щитом как-то, что-то как-то он не очень дружит теперь. Серьезно, нахуй. И стрельнул. И тут же быстренько он достал этот, как его. Блять. Эти ебаные пятна крови. Какие пидоры просто всякую хуйню. Вот просто пифут, блять. Это же реально сложнее задача. Тут когда она внизу будет. Теперь когда вверху. Причем вот этот клоун, который с факелом ходит, он специально идет ему на защиту, чтобы ты в него лупил, а тот будет тебя стрелами гасить. Блять, еще один, который никогда не выбегал, выбегает теперь. Сука. Теперь их два. Все нормально. Блять, да вы издеваетесь, нахуй, пиздец. Давайте 200 человек сюда поставим. Он целит, сука, разные, ловит. И отсюда начинает мост делать. Вот серьезно, блядь. На меня бежит один, он ловит цель, которая справа. Уебан. Сука, вы сейчас тут все сдохнете. Я должен отомстить. Суку я вырежу вообще. Ха-ха, и не попал. Нормально. Ну. Примерно секундная задержка, я так посчитал. Примерно. Там
может быть, каких-то миллисекундах там и так далее, это можно, конечно, вычислить. Но определенная задержка есть с поднятием, считаю. Поражение кнопки. Так, ну что, мы едем? Ах ты, падла. Ладно, ждем. Когда-то она едет сразу же вниз. Когда-то останавливается здесь, прокручивается и ебашит наверх. Достаточно один раз кольнуть и все. Я понадеялся, что у меня получится спрыгнуть с этого бордюра. Ну, вон туда. Блять. Ну, полазит, давай. Он меня пиздит. Ёбаные послания эти, блядь. Что, где? На этого можно даже не прыгать. Так, бежим, по-моему, да, когда внизу. Сейчас попробую по лаве втопить. Не заходить налево, там где чуваки с рапирами, а вот именно вниз по лаве ломануть. Я думаю, фляжек не хватит. Так, да куда она котится? Угу. Вон туда надо. Да, прыжок, конечно, шикарный. По идее, она до сюда должна доезжать, как бы, и все. Да, у меня так по-любому давным-давно уже яйца обгорели. Понятно, живем. Короче, одно из двух. Либо этот данж взаимосвязан между собой, либо тут реально две дороги. Что пишут? Молодец. Иди ты нахуй, блядь. Ага. Сундучок. И все. Пальцы не поможет, так сказать, да будет атака.
Я сундук открою, кто-то на меня пизданется и... Или появится. Вот так поставим. Пока никого. Палец с перстнем. Это меч. На это смотрим. Нет. Короче, он как в виде булавы, да? Пиздец, охуенный меч. Палец с ногтем. Серьезно? Супер удар, у тебя, короче, палец раздувается. Ой, хидетака. Ой, затейник. Ебануться. Такую даль пиздавать, чтобы палец дать. Так, ну еще теперь-то дальше чего? Куда? Наверх? И ни ходов, ничего. Лучше по стенкам, конечно, постучать лишний раз. Там уже видос, да, все видели то, что чел какой-то нашел стену, которую надо 50 раз ударить, чтобы она открылась. Кто-то был очень настырный. И вот чудо. Отсюда появляется теория, то что где-то еще могут быть такие стены. Может быть даже с каким-то очень хорошим ултом. Так. Мы прыгали к цветочку. Ладно, цветочек я не взял, но я куда-то еще свалился. А куда? Ебучий случай. Доктор, где я вообще? Угу. Слушай, а я не там ли это падла каталась, когда я все-таки у меня один раз получилось вон там упасть в углу? Очень все это похоже. Ладно, будем надеяться, что это так. Есть тут кто? Не, пизда. Я лучше похилюсь. Полным здоровьем. Вот, наверное, вот таким образом они запрыгивали. Вот отсюда прямо запрыгивают на вот эту вот каталку и на ней гоняют. Это вот единственный момент, где на нее можно аркануть, короче. Сейчас я покажу даже, где у нее... вон, видишь? Сиденье, так сказать. Отсюда, в принципе, можно допрыгнуть. Но если ты не попадешь, тогда ваншот. Не будем искать. Кровь монстр. Сралась она мне 1000 лет. И все? Ни стенок, ничего. Я видел там дверь, но, по-моему, она закрыта. Что делать тогда? А, нет, нормально. Тут сейчас босс будет. Наверное. На всякий. Еще на всякий. И вот капли возьму. Да. Блин, Марики, значит, будет босс. Кто хоть такой-то? А, лиса опять. Так, лиса очень любит дамажить быстро и внезапно.
мана почти дох. Мне просто маны чуть-чуть не хватило, но у меня это-то я добил. Рыцарь Ищейка Плоу. Ясно, понятно. Пизда, вот и весь босс. Столько, ты столько ебешься с этим данзом, что тебе какой-то прах саны дали, короче, который не очень-то, в принципе, нормальный. Который еще качать надо. И чтобы вот палец какой-то получить. Блин, смерть. Слушай, а есть маза, куда этот корень смерти, кстати, деть? Если этот чувак не раздуплился еще, если он, ну, там... то ему можно его отдать. Он за него какие-то молитвы дает или плюшки, я не помню. Ясно. Короче, это данж пройден официально. Босс жил ровно 2 секунды. Так, этот шкет у нас вон тут находится. Звериное прибежище. Но иногда он нападает. Я не знаю, с чем это связано. Он просто начинает дамажить тебя. Ну, 2 удара примерно, ты покойник. Это будущий босс. Когда-то мы с ним будем биться. Но это ближе к концу игры. Сейчас он просто просит корень смерти, и ты ему отдаешь, он тебе отдает молитвы. Но иногда он просто начинает тебя убивать, скакать вот здесь вот по вот этой площадке и херачить вот эти колонны и тебя заново. Как это работает, я не знаю. Корень смерти. Отдал. Ну и чё? Давай, мне что-нибудь вкусное. Я не в силах забыть. Мой аппетит, мой грех. Ну да, таким-то ротиком будем метку хлебнуть. Морда-то хоть есть у неё? Усяки вижу. Или это борода? Борода. Мне нужно еще, я хочу еще. Коготь двери. Вот, это молитва такой, которой он дамажит. Ну-ка заговорить. Еще, я не насытился, дай мне еще смерти. Да пошел. MR.toaster. Фляга просто отъезжает Веснауле. Фляга у Хидетаки, по-моему, давно уже отъехала. Так, давай, вот, вулкановое повестье я тогда остановился. Потом надо будет куда-то вглубь сюда попасть. Да? Ну, сначала вулканово поместье. Там у нас дамочка сидит со своим рыцарем. Она вроде какие-то квесты дает. Ну я вот это поместье так чисто, как через арку пробегал. Особо там не копался, ничего не смотрел. Но и вчера так же, в принципе. Добежал до костра просто с другой стороны. И как бы все. Вот у нас эта чика сидит. Портрет. Заговори. Гостиная дальше по коридору. Используй данный мной ключ и устраивайся поудобнее. Ну да, дала мне на какой-то ключ. Интересно, если посохом по щам долбануть, что будет? А я пришел откуда? Вот лоскутик там на картах сидит. Семки щелкает. Хотя он в Dark Souls'ах тоже был. Во всех, по-моему. Ну, здравствуйте, добро пожаловать в магазин лоскутика. Ясно, понятно, что он продает. Ничего интересного. Ненадолго удерживать плененного Магрита на земле. Такой босс Магрит есть, я знаю. Ну как-то одна штука. Я не буду ее брать. Пошел он в очко. Спекулянт сраный. Это как с сахаром то же самое. Купишь, а это... А может быть, оно и не надо. Так, открыть. Открывается с другой стороны, ясно? Так, давай, наверное, сначала мы наверх не будем подниматься. Посмотрим, что у нас здесь.
какие-то дверцы. Сразу же попал. Подожди. А вот тут что? Дверь не поддается. Какая музяка зловещая. Я думаю, что это одно помещение, просто оно большое. У меня почти все двери открываются. Она мне какой-то универсальный ключ дала. Подожди. Тут, а тут уже все. Тут наши полномочия все. Впереди тайн-тропа, так что жестикулирование не поможет. Я здесь не могу использовать свои заклинания. Подожди. Жестикулирование не поможет. Чел там делал поклон. А что это дает? Я думаю, что они мне мозги морочат, вот на самом деле. Ладно, пойдем с первой вот с этой двери. Мятежный палец. Ну, в этой игре явно у Хидетаки был прям фобия на пальце. И на слепых телок, кстати. Письмо из вулканового поместья. Давай посмотрим, что это такое. Письмецо в конверте. А, мрак и девят. Письма должны быть сразу. Это в документах. Приглашение. Письмо. Изучи. Письменный запрос вулканового поместья, в котором упоминается имя погасшего жертвы. Старый рыцарь Истван. Его можно найти в Замогилье. Точное местоположение отмечено красным на карте. А зачем? Письменное... Замогилье и красным на карте. Может, надо типа с ним потрещать, чтобы он вернулся? Угу. Блин, ну ради такого дела давай, наверное, туда и сходим. Я не знаю, зачем это все. Зачем-то. По идее, он должен быть под мостом. Хотя без разницы, в принципе, можно и тудым, и сюдым попасть. Может быть, он какой-то квест, наверное. Еще один из неочевидных. Мне опять лошадь украли. Где-то цыгане бегали рядом, и лошадь исчезла. Но она обещала вернуться. Она возвращается, кстати, да. А на меня, я так понимаю, волки сыпятся, да? Так, ну я тут был, кстати. Сейчас или должен фантом какой-то появиться? Я здесь бегал, помню, и завалил какого-то фантома.
Подожди, поточнее. Да, мы сейчас будем его призывать и лупить его по жопе. Нет. Иди сюда. Торнесон мир старого рыцаря Иствана. ПВПшный режим, но это, видимо, он не совсем ПВПшный. Но типа онлайн. Что-то в этом роде. Не знаю, но он там бежит. Хилится, товарищ. Да сейчас, ёпта. Перед смородиной его пробил. Как тебе такой Илон Маск? Ну пушка у него забавная, кстати. Хозяин изгнан. Руническая дуга. Зелье призывающего. И все, что ли? Ну это, видимо, этот, я его как хитман ломанулся, протонулся и звали его. А, чешуйчатый шлем. Чешуйчатый доспех. Перчатки, это японы же. Это зелье. Чешуйчатая одежа. Мне, конечно, в ней не гонять, но так просто. Одежду не часто дают. А вот палку его не дали. Рот как у Робокопа открыт, чтобы настреливать у него. Ну такое. А я типа настолько перегружен, то что я даже кататься не могу. Ну да, естественно. Короче, очень тяжелая броня и очень, ну, для меня бесполезно. Наверное, кто вкладывался в всю игру, кто-то сможет в такой бегать. Ну, вкладывался именно вес снаряжения там и так далее. Там прикольно, но не для меня. Так, ну и все, да? Там какой-то фантом еще, ну точнее призрак. Ну когда поболтаем. Я жаждал сражаться. Сражаться до последнего, как истинный воин. Но почему? Почему во имя благодати эта дверь закрыта? Чувак, я без понятия. У меня она тоже закрыта. Ага. Это понятно. Пошли обратно в поместье. Такой мини-квестик, короче говоря, выполнен. Прийти завалить фантом. Нормально. Это мы делаем. По-моему, загрузка стала чуть-чуть подольше. 5-10 секунд. Раньше как-то понемножку побыстрее грузил. Хотя, если они патчат игру постоянно, я смотрю то, что патч примерно, ну, каждые неделю-полторы выходит. Все впереди, по-моему. Ну, по крайней мере, относительно первого самого дня игра уже лучше. Стабильнее играется, короче. Так, вот этот гаврик у нас, он первый. У него змея, да, на молот. Молот какой-то, типа, в виде змеи. Давай потрещим. Ты. Во имя всего святого, что ты тут делаешь?
вулканового поместья со сосредоточения зла. Здесь обосновались мятежники, они оскверняют благодать. Надеюсь, мои слова прозвучали достаточно убедительно. Я понимаю. Ладно, будем считать, что ты понимаешь, на что идешь. Я думал, что ты образец нравственности. Быть может, эта роль и породила в тебе сомнения. Но знай, твой путь — богохульство. Он ведет лишь к позорной смерти. Подумай об этом, прежде чем начнешь истреблять себе подобных. Сей порочный путь ведет лишь к бесславной смерти. Подумай об этом, прежде чем начнешь истреблять себе подобных. Ага, второму пошли. Вот эту вот бабу мы встречали там, где все в воде. Возле королевства этих волшебников. Я и с ней квест сделал. Сначала ей бусы покупаешь у креветочника. Ну, у чувака, который креветками так барыжит. Можно их и так забрать, но я купил. Вот. Потом ей отдаешь, она тебе письмо. Приглашение, вот как раз вот в это поместье, где я сейчас нахожусь. Потом ее встречаешь вот тут. Сейчас покажу. Вот тут ее встречаешь, холм с видом на дерево. Она там в закутке стоит. И она тебя портует прямо сюда. Вот, собственно, и все. Я не знаю, тут, наверное, наверняка дальше квест как-то развивается. Приветствую тебя, отважная погасшая душа. Я рада видеть тебя здесь, в вулкановом поместье. Да помогут тебе наставления леди Танит пройти по пути доблести. Странные звуки. Ты их тоже слышишь в поместье? Они доносятся из-за стены, похоже на дыхание или шелест чешуи. Думаю, база про дракона. Ой, что я говорю? Это же невозможно. Должно быть, я просто устал. Уврет горбатая. Как пить дать. Иногда из-за стен доносятся странные звуки. Они похожи на дыхание, шелест чешуи. Просто устал. Но это намек на какого-то дракона. Точно пока не знаю, но скорее всего. Тут закрыто. И по этим дверям. Вот и завалили. Бля, вот уголки, конечно, так отстойно подсвечены. Плакон. Я не знаю, как люди раньше жили. Впереди тайная тропа. Так. А. О. О, май. Блядь, там какая-то хуйня. Подожди. Там какая-то бешеная, по-моему, улитка. Она, кстати, уже там крадется ко мне. Ну и чё ты где? Чё улитки? Подожди, рано сюда. Путать начинает. Надо сначала то пройти все. И там осмотреть. Эти вот комнатки. Любвеобильный человек. О, любвеобильный человек. Тут странные диалоги, странные надписи. Что они вообще? Вот о чем они? Вот любвеобильный человек. И что это должно мне сказать? Впереди любовь. Узри любовник, так что требуется хвост. Что, блин? О чем они вообще? Ну, явно же не про потайные стены. Может быть, конечно, здесь какой-то квест надо сделать, и потом здесь кто-то будет сидеть. Я не знаю. Все, да? Ну давай тогда, короче, пойдем взрываться. Это коммент на английский, приведенный на рус. Не факт, не факт.
впереди тайная тропа, так сказать, впереди требуется атака. Вот в принципе, вот эти все комментарии, они не совсем точно сделаны. То есть, как бы, ну, не прямо все так. Я тоже могу оставлять комментарии, вот в чем дело. И они же будут такие же, в принципе. То есть конкретно, вот впереди тайная тропа. Так сказать, впереди требуется атака. Вулканово повестье. То есть они все почти точно перевели игру. Описание предметов там и так далее. Но только вот эти вот дурацкие комментарии оставили конкретно вот в таком виде. Впереди любовь, вулканово поместье. Любвеобильный человек. То есть конкретно вот в этом поместье, вулкановом, я могу оставлять определенные только надписи. Что они должны сказать играющему, я не знаю, но мне это как-то загадка. В другом месте я примерно такие же, но только немножко по-другому, как бы там вот вниз мне поможет, это я тоже видел, то что можно на улице даже оставлять. Так что с надписями это все довольно-таки спорная тема. Может быть, они специально путают их, я не знаю. Вообще как в Bloodborne не видно ни хрена. Вот теперь я хотя бы могу к этим посохам стучать по стенкам. Когда я нахожусь в самом помещении, ну вот в коридоре бегаю, то нельзя. Так, зная Хидетаку, его любовь к этим вот помещениям, закоулочкам и так далее, мы сейчас будем очень долго тут ходить. Поэтому. Давай-ка мы на второй этаж сначала. Опа. Улитосы. Да, чуть-чуть успела задамажить. Но она и траванула меня неплохо. И надо под ноги смотреть. Да, вон тут. Весь потолок, блядь, в них. До свидульки. Второй. Я же где-то успел 26 косарей наковырять. Она умерла в полете. Пресс, как говорится, F to win. Вот эта стенка. Дорогие друзья, представляю стенку внимания, которую нужно долбануть 50 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, охуенный геймплей. 15, 16, 17, 18. Надеюсь, у меня вызвать какого-то. Не покоцаются кристаллы на посохе красивые. Когда-то в играх Хидетаки приходит определенный момент, когда ты начинаешь заниматься хуйней. А прикинь, я стенкой ошибся. Ну какой-то фантом по ней долбил. Интересно, сколько раз я уже ударил? Я со спецсчета сбился. Есть идея, то что возможно эта стенка не откроется, потому что я ее по ней посохом херачу, а надо типа какой-нибудь катаны. Возможно, я не знаю. MR.Toaster. Эпо Шумдаталова. Давай.
То есть прикинь, сколько вот на карте могут, может быть таких вот, да, 50 раз. И выходишь там же где-то был. Ну и зачем? Блять, дебилизм вообще. Это хоть с первого раза, спасибо. Это та самая закрытая комната в этом коридорчике. Тут чувак не добрался до двери. Карман! Порочный парфюмер. И ты так и деньги в этом плане. Карман! Порочный парфюмер, короче, мне дали. Кармана дали. Окей. Я думаю, тут такие стенки еще будут. Просто зачем, блядь, ты в этой комнате находишься, ну как бы ты открываешь. Это может быть для тех, кто не получил ключ от этой барышни. И типа не мог открыть. Но тогда ты в предыдущую комнату попасть не можешь. То вообще тогда теряет всякий смысл. Ладно. Просто главное не задаваться вопросом. А, постучал и постучал. 50 раз. Что мне делать один? Вот серьезно, что он этим добился? Что он хотел просто этим сказать? Он там чучело это сидит. Так, так как он прыгучий, поэтому... А чё? А чё? Хорош. Ну и у меня тоже по хребтине неплохо прилетело. Давай полечимся. Не знаю, как долго этот данж будет продолжаться, лучше хилиться маной. Чё дали-то? Когти ищи. Ну понятно, такие же когти, как у него, да? Давай позырим. Так, чисто для любопытства. Ну это, короче, ну как бы не супер оружие, но прикольно, оно быстро бьет. Печень сушеная, да. Иди нечто. А входа два? Два. Так, я вообще что-то не переключился с оружием. Зяка, бля, какая напряженная, как будто сейчас пиздец, что-то начнется, что-то произойдет, впереди лжец, что впереди лошадь отсутствует, ну что будет, впереди лжец, лошадь отсутствует, впереди тайная тропа, но это, нет, нету там тропы никакой. Да, коснемся благодати и даже, пожалуй, посидим за ним. Чувствую, это очень большой замок, и его, наверное, может быть даже за один стрим не пройти. Давай, наверное, перекур, да, сейчас я подойду, 3 минутки. Это что-то как-то... Данж с этими поездами меня немножко... Сейчас подойду.
уже. Кстати, а по карте вот где я нахожусь? Я думаю, что находясь в этом здании, как бы, я должен вот эти вот все обойти домики. Но ведь надеюсь. Хера тебе. Ага. Если омут призыва, значит, значит где-то будет босс. Подожди. Предлагаю вернуться назад. Посмотреть, что же все-таки там на втором этаже. Значит, получается, второй этаж должен быть поменьше. Тут просто как-то новая локация. Вжух, и ты уже на новой локации. Значит, по идее, второй... Да, идите, в очко. Значит, по идее, второй этаж должен быть не, такой, не таким большим. Так, отсюда. Кто-нибудь, прошу, убейте его. Этот гнусный змей Претор Рикард. Мы, короче, идем на битву со змеем, по-моему. У тебя нашлось время прочесть оставленное письмо? Это задание от вулканового поместья. Справишься, получишь вознаграждение. Удачи. Если не желаешь хватиться на своих сородичей, так и быть. Ну тогда тебе не место в этом доме. Мы воюем против древа Эрд. Здесь нет места кротким и тем, кто боится замарать руки. Давай вознаграждение. Тебе удалось выполнить поручение. Похвально, отныне ты в рядах мятежников, семьи обитателей вулканового поместья. А вот и обещанная награда. Выстрел магмы. Не забывай, мятежники всегда следуют путем героев. Этот путь порочен, но именно он ведет к истинной славе. Отныне, да-да-да. А кто болтал-то? Кто-то про змея затирать начал. Не тот ли он, который... О, это чувак с этого... с круглого стола он там стоял. Так он на коленях почему-то. Ты из погасших будешь предавать полубогов мечу? Тогда убей великого змея, прошу тебя. Того, что поглотил претора Рикарда. Мое копье для убийства змеев осталось в покоях правителя. Благородная погасшая душа, возьми это копье и пронзи, негодяя. Великий змей – невообразимое чудовище. Пусть честолюбие претора Рикарда было богохульным, но оно делало претора достойным властителем. А потом он продался змею, погряз в греховности. Это больше не претор Рикард, не знаю, что это, но это не претор. Пусть кто-нибудь его убьет. Чтобы спасти самого претора и его честолюбие от этого позора. То же самое говорит. Нет. Так, ну-ка давай к этому подойдем. Опять что? Вижу, твой меч обогрен кровью. Тогда я, пожалуй, представлюсь еще раз. Я Бернал, мятежник, как и ты. Мятежники владеют особыми приемами, они прекрасно подходят для наших методов убийства. Почему бы тебе не расширить свой репертуар? Ну, он продает этот, как его, пепел войны. Болтаем. Теперь-то ты понимаешь, мятежники забирают силу у других погасших. Вот в чем смысл охоты. Чтобы поднять знамя борьбы против царящего беспредела. Мы должны стать самыми опасными хищниками, какая ирония. Что ж, до новой встречи. Баба исчезла отсюда. Так. Тут слишком много всего навалилось. Ну, короче, вот этот мужик, он трещит про змея.
Змей этот, ну он типа Горыныча, короче. Размером он такой же, как и Йорм. И нужен специальное копье, которое как Йорма в третьем Dark Souls. Также он, вот именно только этим копьем, по-моему, он убивается. Но я попробую его так чисто магией залупить, ну посмотрим. Вот. К змею, скорее всего, мы как раз и идем. Инквизитор Гиза начинает вторжение. Начинается. Давай, Гиза. Ага. Прыткая козявка. Пока он там застрял. Тихо. Достань ты, блядь, картоп-то твой. Хотя Гиза догоняет. Прям кровотечение еще лупит так. Ведь было не было. Да, некогда переключиться на метеорита. Я бы его завалил быстрее с метеоритами. Все, Гиза, до свидания. Колесо Гизы. Окей. Пушку дали. Это зверь. Ну, она такая же, как у него была в руках. Так, чисто забавы ради. Ебать, мотыга угарная. Пропал этот, как его, полоть. Забавно. Чё там, силы 28. Кстати, не очень требовательно по силе. Ладно, это все не про нас. Кузнечный камень 6. Безумие пока не здесь. Впереди лжец. Ну и все. Зачем я, в принципе, их и этот какой? В чем я и хотел убедиться, второй этаж гораздо меньше. Узри полный человек. Полный. Что это? Что бы это значило, то что он. Ладно, все, давай туда, через темницу и пойдем во двор. Я предполагаю, что прям после вот этого двора мы как раз и доберемся до змея. Ну а там как раз этот посох этого челика должен быть. Хотя можно, в принципе, вот что сделать. А, ну, даже читать не надо письмо, вот он тут тусуется. Ну, сейчас этого гаврика тоже завалим. Ну, так чисто, пока то, что... Пока я близко. А потом пойдем большую локу исследовать. Они же, в принципе, много времени не занимают. Это. Вроде фантомы не очень сложно. Так, сразу же на метеориты. Где он? Блин, он в самом низу. Я попробую, конечно, отсюда до него добраться. Но тут высоко. Он ниже находится. Идея, как я должен выйти отсюда, и он должен прямо вот рядышком быть.
но это не точно. То есть товарищи мы пропустим. Да, все нормально. Он тут. Релея бездействующего. Ну и имена, конечно. Альтус, релей. Где это жопа? Понятно. Ну это весь фантом. Я не знаю, ну конечно, по идее, рунические дуги могут пригодиться потом. Ну типа, увеличиваю шкалу здоровья, там такое. Пузырек крепуса. А, это какой-то медальон. Черный болт. Кирилл Гаоси, переключи реле. Какое реле? Что за реле? Куда летит? Позволяет владельцу передвигаться бесшумно. Угу. Слушай, ну прикольно, кстати, оно может пригодиться. Погнали обратно в поместье. То есть возле вот этой тетки с письмами еще до хрена. Уже до хрена заданий. Так что я, ну пока я не особо вижу. Уже проехали, шутка не прошла. Если какие-то есть эти, как вижу, тебе удалось справиться с очередным поручением, твоя заслуженная награда, прошу, возьми. Это она, змеевидная костяная. Что ж, похоже, пришло время поведать тебе об истинном владельце этого поместья, владыке Рикарде. Древо Эрд не спасало на погибших, не посло, короче, послало не благодать, однако было мало для выполнения столь грандиозной, погасшей быстро поглядывая в мелких склоках, как и хозяева осколков, что боролись за власть после раскола. Наш владыка взбунтовался, горе от возмущения, он отказался драться за жалкие объедки. Если древо Эрд и сами боги решили смешать нас с грязью, то в ответ мы поднимем знамя борьбы, даже если это нас обвинят в ереси. Мы во главе с владыкой Рикардом поклялись, что не успокоимся, пока не завершим начатое. Если ты ступишь на сей доблестный путь, то однажды узришь владыку. Его встреча с нашими героями – настоящее представление. Жду не дождусь этого дня. Походу, квест за нее завершен, и надо кого-то в дальнейшем встретить. Рикардо, вот это. Возможно, тот, кто на картине. Я не знаю. Угу. То есть квест заключался в том, что захерачить двух фантомов. Проверим. Кстати, мужик исчез, который здесь тусовался. Пойдем ко второму. Вот к этому. Бля, опять задание. Ну и ну, бунтарство у тебя в крови. Вижу, я в тебе не ошибся. Вот возьми. Берналу. Это особое приглашение на охоту за первыми погасшими из крепости круглого стола. Примешь его, увидимся на поле боя.
То есть не с ним можно выиграться. You're still alive. Погоди, погоди, погоди. Встреча, да, окей. Они дают одновременно два квеста, которые между собой пересекаются, скорее всего. Письменный запрос Берналу Вулканового поместья, где упоминается имя двух погасших жертв. Варграм, свирепый волк, и бродячий чародей Вильгельм. Их обоих можно найти в Лейнделе, столице королевства. Точное местоположение отмечено на карте. Ирил Гаоси, Алекс, а ты проходил игры серии Валькирия Чароничлис? Нет. Гибридная пошаговая тактическая игруха в стиле аниме. Советую на досуге. А мне вообще тактические пошаговые не нравятся. Ну, не знаю. Героев максимум играл это, что пошаговое. Не знаю. Скучновато. Я тут как-то попытался поиграть в Pillars of Eternity 2, ну, не знаю, не мое. Моя так он сидел, я не знаю, месяц, наверное, ежедневно почти в Pillars пялил. Ну, мне как-то вот вообще... Я только начал играть, короче, ну, не знаю. Вроде как прикольно, но вот так вот все тягомотно, что я не вывез, короче. Так. Значит, что мне это письмо сказало, что эти гаврики у нас вот тут находятся. Типа их, возможно, развалишь и потом подходи вот к этому товарищу. И потом мы с ним побьемся. У него качка могет. Красное письмо. Я еще стульчик сломал. Сейчас Мишка придет, мне отпиздит. Ага. Но мне туда рано, но тем не менее, уже как бы есть стимул, короче говоря, изучать карту в ту сторону. Конечно, это рано пока еще делать, но... Пил свое время. Красное письмо. Письменный запрос вулканового поместья, где упоминается имя погасшего жертвы. Это последний запрос, поэтому письмо ярко-красное. Джуно Хослоу, рыцарь крови. Его можно найти на вершинах великанов, точнее, местоположение отмечено красным на карте. Но это тоже, вот эти вот все письма, это про фантомов. И за убийство их потом будут что-то давать. То есть, ну давай вот эту. Блин, я тут не смогу драться. Катан еще хотел посмотреть, что за катан. Кстати, это что за чучело, блин, тут стоит? А, подожди, это та самая служанка горбатая. Я и бусики, которые я подогнал, но теперь, короче говоря, у нас рептилоидом стал. Ёбнуться. Что происходит, знаете? Ты кто, Маруся? Заговорить. Что привело тебя сюда, храбрая душа? Ну, блядь, твой вид, наверное. Прости, но это не твоя комната. Почему ты на меня так смотришь? Пошли в ЗАГС. Сила небесная, я что, до сих пор в обличье змеи? О, какой кошмар. Просто ужас. Прости мое смятение. Спасибо, что говоришь со мной как обычно, несмотря на мой облик. Я вообще даже сказать ничего не успел. Отважная погасшая душа. Это мое истинное обличье, и на самом деле меня зовут Зораяс. Прошу, прости меня за обман. Пойми, это лукавство, только лишь моя вина. Леди Танит претит ложь, а вулканового поместья оплот справедливости. Леди Танит моя мать, это которая вот на троне сидит. Мне сказали, что я родилась по милости великого короля. Что я услада для глаз моей матери. Я горжусь своим происхождением. Но люди жестоки, когда они видят мой истинный облик, то не хотят со мной разговаривать. Она в человеческом таблице не очень красавицей была. Поэтому, отправляясь на поиски новичков, я маскируюсь. Но ты отличаешься от других.
все, мы будем сейчас с ней сосаться, пока она не превратится обратно из жабы в тёлку. Моя змеиная форма, как и имя Зоря, Зораяс, были тайны, которые знали лишь леди Танит и я. Ну, я и мать, короче. Теперь я надеюсь этим секретом, поделюсь этим секретом и с тобой. Пожалуйста, не раскрывай это никак. Я могила. Моя змеиная форма, она понятна. Ну хорошо, никому не скажем. Сейчас была служанка не очень красивая, горбатая, теперь змея вообще. Порой хочется спросить Хидетака, что ты куришь? Отсыпь, дружище. По ложке просто вообще. Так, надо туда куда-то валить. Где у нас проход с улитками? Тут стоит она уже тут наготове, блядь, кусать меня. Ой, я живым не дамся. Иду тут, значит, без свету. Чем меня улитки догонят, как за жопу схватят. Блять. А чё этого челика надо по жизни убивать, что ли? Так дело не пойдет. Пусть он там тусуется. Посидим. Сейчас бегать надо будет много, долго. Где этот дракон вообще, душа не чает? Ну тут просто вот, я не знаю. Охрененно здоровенная локация, куда идти точно я не знаю. Я наверх. По-моему, я вот внизу тут бегал. Хотя не факт. Я был в подобной локации. Там все в лаве и небольшие островки. Я там что-то побегал, что-то какого-то парочку боссов каких-то завалил и все. Не знаю, ну мне явно, значит, у меня вниз. Ничего, нечего. У нас же эти штуки никак не крутятся. Ну-ка, на лошадь. Нет, лошадь не пашет. Ну и до этой хрени мне не допрыгнуть. Значит, это открывается с другой стороны. Все, так уже проще. Эту штуку я зажигал, да? Походу это родственник вот этой вот Зори от Снукуя. Зораяц ее зовут. По крайней мере, они телосложением такие же. А че она сейчас тут? Я хотел его посмотреть. Ну это уже типичный Bloodborne, кстати. У них обед, походу, а я им помешал. Это еще, а нет. Вот, тонкие звериные кости. Ну это так, чисто стрелы делают. Короче, не считая крыш, еще можно очень долго носиться. Ой-ой. Вот эта хрень опасна. Я уже не помню, чем я ее валил. По-моему, метеоритами. А куда она укатилась? Все, закрыт. Ну-ка, может треснуть поможет? Понимаешь. Вон эта шляпа там катается.
Я так и знал. Терит это хорошо, но не тут. Бля, чё так народу там много? И на крыше, и вот эта вот шляпа катается. Тихо, тихо. Аккуратненько себя видел. Я не достаю дыни. Бля, она ещё как топит. Когда у меня жира? Да иди ты в очко! Драндулет копеечный. Блин, она меня стеганула своими штуками. Просто пол здоровья нет. Ладно, пойдет. Бля, вот хер знает тоже. То ли по крышам бегать, то ли вот это все следует. По низу чисто. Какие-то крыши можно прям так вот. Где-то надо по-любому будет изъебнуться, чтобы подпрыгнуть, там что-нибудь забрать. Симпатично тут. Не тянется? Нормально. Лучше захуярить ящерку на расстоянии, чем она тебя потом неожиданно выпрыгнет откуда-нибудь. Народу-то полно. Я не знаю. По идее, вот эта вот вся улица, она явно ведет вниз. Но если идти строго вниз, то эти товарищи сейчас будут, возможно, будут сыпаться прямо на голову. По возможности, короче, я буду зачищать. Что такая хрень? Правое ухо, что-то тут, как будто что-то горит, или я не знаю. Как будто что-то настырно, кто-то светит. Это херня магическая. О, ольчик, блядь, какой-то. Просто два чувака. За секунду, я даже, блин, я видел только, что там один стоит, а... Не отпрыгнуть, ни хера, просто вот две банки отравления насмерть. Шикарно вообще, просто все здоровье. Ай, блять, когда это закончится? Пизда еще, да? Мерзкие хреновины, кстати. Так, подожди. Вот с этой крыши что я могу откуда достать? Угу, тут ничего. Сейчас мы попробуем так этих пидоров искоренять. Докуда дотянуть, короче говоря. О, вот этот челик опасный. Он прям лютый хер. Он жирный и просто ваншотит. Ну-ка. Чуть-чуть. Так, ну давай я вниз спущусь. Иди-ка сюда, красавец. Ой, крышу я стучусь в крышу. Кто-то бежит, по-моему. А. Блядь. Плохо дело. Надо вот это вот сначала. Блядь, 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 блядь.
Ну-ка, дотянуть или нет? Нормально, иди-ка сюда. Сначала этих ублюдков, короче, на крышах сначала почистим, а потом вниз будем. Кстати, находясь на крышах, по-моему, даже безопаснее зачищать всю локацию. Ну, я так полагаю, что вот где-то там босс по прямой, хотя не факт. Ну, здесь до гондона, блядь. Сопливый, а дамажит просто, что вообще, караул. Так, собачка мы сейчас. Опа, вот так вот. До свидания, собачки. А где там? А, вон она там. Надо дальше. Надо вернуться. Вот постоянно гул в левом ухе, как будто какая-то магия кастуется, я не знаю. Бля, вот походу. Походу наши полномочия тут все. Не запрыгнуть. Ай-яй-яй, пиздец. Я поторопился. Ну что тут, обрыв, не обрыв. Можно прыгать, не можно. Давай хоть посветим. Угу. Уже лучше. Я хочу обратно на крышу, там лучше. Какая-то жесть стопуда. Ну вот эти вот костры, такие помещения маленькие, какие-то решеточки постоянные, костры, там ящики и так далее. Это вот типичный Bloodborne. Прям начальные локации. Так, я пока туда не пойду. Большой тесак убийцы знамений. Ну это у меня уже есть. И гаврики у меня уже встречались, поэтому такое уже имеется. Зайти не хочешь? Это выход из города. Ладно. Хотя... О, блядь. Ах ты, пидрыра. О, блядь. Там еще и каталка упала. Сейчас они меня как опиздюлят. Тихо, каталка. Кто там? Ага, хуй тебе. Бля, мелкий просочился, короче. Тихо, тихо, тихо. Как он через нее пробежал? А все, борода. Не задамажить, да? Блять, собаки нахуй, все тут. Твою мать. Ну вот как? Как удачно все складывалось. Можно было с этой пилой, короче, не бодаться и просто завалить ее через решетку. Я не знаю даже откуда она приехала. То ли сверху, то ли... Опять по крышам скакать.
Короче, вот эти уебаны, которые травят самые сцены. Вот тут. Кто-то еще тут был? А, вот этот. Так. Ну, туда мы потом пойдем. Это очевидно. Может быть, даже потом и туда. Ладно, давай сначала по домам. Правильно, если ты отсюда спрыгиваешь, то потом уже назад никак. Ну да. Мне главное вот этого урода завалить. Ну потому что суетной, как бы, и очень сильный. Ну и чё, где он? Только не говори, что ты сейчас до меня прям запрыгнешь. Бля, надо отойти. Она грится на меня. Идет в какую-то сторону. Вот этого заодно. А где он? Нормально. Приемлемо. Еще одного пропустил. Вот эта псина сраная, которая меня завалила. Она мне сделала кусь внезапно. Иди-ка сюда. Сука. Сраная. Вон вторая стоит еще. Не попасть. Чалька. Надо максимально всех с крыш желательно поразъебывать, чтобы они потом внизу не мешались. Это вот до свидания. Вон там тоже. Вот, короче говоря, я первого завалил, а ко мне упал второй, вот с этой крыши получается. Да. Ситуэйшн. А пила вон там катается. Я попробую до нее достать как-нибудь. Этого челика я затянусь. Нормально. Так, тут предмет был. А, ну я его брал уже. Ок. Как ты попал? Ну хоть он у меня тоже не попал. Нам повезло. Ну ему не повезло, мне повезло. Ну да, получается отсюда вот эта пила и приехала. Только странно, я вроде ее не агрил ничего. Ну, взяла и доехал.
Блин, от лестницы вы сюда какой. Да, да, можно души забрать. По идее, тут больше никого. Кроме этой машины, тут никого не должно быть. Ну, эту собаку я видел наверху. Что там этот пес-то охранял? Еще один ход какой-то. Тихо. Этого обязательно. По идее, если с этой крыши прыгнуть, то можно и сюда добраться. Чем больше ты тут находишься, тем больше какой-то крышак запутан. Если свалиться вниз. Нет. По-моему, не очень хорошая идея. Давай посмотрим, что в этой камере. Тут не видно ни лги. Тин-тин. Вот так. Это замануха какая-то, да? На потолке никого. Печать древа Эрт. Ну это какое-то стрелковое, я не знаю, что это. Это оружие. Скорее всего, бесполезно. Так, ну по идее все, мне только наверх подниматься, там у нас что, три собаки и вот эта херня с пилой. Потом как там, я не знаю, либо по краю этого города еще пытаться что-то найти, либо идти в замок. Очевидный ключ нужен. Но у меня он есть. Так, давай по порядку. Вот так она доехала до меня в прошлый раз. С какого-то перепуга она начинает патрулировать. Ее мать. И она сейчас упадет. Тихо, тихо, тихо. Ай, я промахнулся. Убрал. На карты еще 200 раз успел присесть, не в тему. А где это? Давай, иди сюда. Все, до свидульки. 3000 за нее дает. Обалдеть. Иди, лжец. Ну да. Кстати, не мешало бы костерок найти какой-нибудь. Полок стекла. В принципе, тут в дуре можно и в лаву прыгнуть, и там скакать внизу, еще что-то исследовать, смотри. Да, и тут еще и вот здесь еще дерьма хватает. Тут вообще чуть ли не новая локация открывается. Как-то все неоднозначно опять. На этом же месте, да, вроде бы.
Ну и все там псины. И так далее. Давай сейчас тогда очевидный ключ запихаем. И он будет вести к башне. Наверх туда. Посмотрим. Но там определенно очень большая локация. Там, по идее, как-то вот там еще надо оказаться. С другой стороны моста, чтобы этот мост поднять. И скорее всего, когда ты поднимаешь мост, что-то за вот этим вот лавовым водопадом. Возможно. Либо босс, он с той стороны, потому что там как раз при входе клин Марики и этот какого. Я думаю, что босс с той стороны, и к нему можно попасть, скорее всего, через вот только это здание. Но как оттуда наверх, что-то я пока не представляю. Заебись. Стоит она тут наготове. А чё ты не убиваешься? Не. Ну вас нахер. Так и отъехать можно. Где это Куро? И подсыпа. Куда она уехала? Чуть пизды уехала, получила и уехала. Вот застревай там. Она как-нибудь выберется из этого дверного проема. Меня нахлобучит. Пиздец, заебись он. Как, он какую-то цель ловит, то вот там где-то. Он автоматически туда поворачивается. Ну уже. Фляжки-то заканчиваются. Давай посмотрим. Есть тут кто-нибудь? Скорее всего, на вот этой башне будет босс какой-то. Тихо. Посыпались просто. Я бы сейчас как лошадиную дозу яда бы словил. И все, и заново. По-моему, последний это был, да? Нет, еще один. Пизда их тут. Старинный меч. Ну, такой же, которым они там полят тебе. И все, что ли? Все здание? Ну, очень странно. В целом очевидный ключ ты ради вот этого вот медальон с багровым янтарем. Ну-ка давай. Плюс один который, кстати. Что дает? Значительно увеличивает максимальность ОЗ. Че, два раза что ли? Ну да не очень-то значительно. Ну так, если на скидку пару левелов, примерно так.
Нахер, я не буду лучше в мудрости просаживаться. Значительно она увеличивает. Нет, она увеличивает буквально на 2-3 левела, не больше. То есть любой моб, вот это вот гигантское увеличение тебе одним ударом просто снесет и все. Херня, короче. Так, я вот думаю, что, блин, этот город попробовать вот так по крышам обойти, но, блин, я ж туда не вернусь потом. Ладно, пойдем сюда. Я потом, если эту срезку открою, предположительное, которая находится вон там, за мостами. Потом можно будет уже сюда спрыгнуть. Спокойно доисследовать кусочек этот города. Угу. То есть и на крышу можно. И дверь открыть. Ну как. Бля, буду замануха какая-то. Ну сюда не попасть ни на лошади, ни как-то еще. Ну если только вот отсюда не будет лифт какой-нибудь ехать. Я тут на крышах, короче, пошерстю. Пошерстю. Смотрим, что можно отсюда максимально вытащить. Змейка. Я себе, блядь, подозреваю, что вот это вот какая-нибудь херня живет из трупов. Набросится на меня. Так, уколить что-нибудь. Так, ну давай, давай на крышу. Как будто кто-то плачет внизу. Есть кто-нибудь? Это плачет здание внутри. Ну, эту крышу мне явно не подняться. Я тут на шухере просто бегаю. Я все жду, пока кто-нибудь вылетит и начнет меня убивать. Так, ну в принципе что, на крыше делать нечего. Давай, я готов. Кто такие? Это вот они были, да? Ну, возможно, они жуткие ебаки, если ты к ним подойдешь. Нахер рисковать? Давай-ка сразу срезочку. Сейчас как-то больше присутствует Dark Souls. Вот в город заходит Bloodborne, а Dark Souls вот, вот тут начинается какой-то, я не знаю. И ты так обережно восстанавливал. Ай, тихо, тихо, тихо. Очень странные мобы. Я сразу щитом прикроюсь, нахер. Есть кто?
Так, ну они внизу там все. Я понял. Что пишут-то вообще? Выглядит знакомым, является введение. Впереди враг. Зловещее создание, неожиданно. Ну да. Аккуратненько. Затянусь. Они по обоим сторонам от этой лестницы. Вон там. Один сидит. Ну, второй. А это труп какой-то. Так, ну давай. Нажила, что ли? Ну точно. Валялась, притворялась, значит, трупом. Тихо. Да. Главное не давать им разогнаться. Блин, наверное, уже нашумел. Чпок. Ну вот не зря, по-моему, она тут сидела, да? Может, стенка какая? Которую надо 50 раз долбануть. Ага. Значит, я ее, получается, отсюда и видел, вот с этой стороны. Она просто валялась. Хотя, по-моему, я смотрел, она сидела так же, как и вот это. Только лежала вот третья. Ой, все. Это за залупа. Очередная. Сдох, две фляжки осталось. Очень сильно надо экономить. С правой стороны кто-то крадется. Там, кстати, вон огонь. Костер. Ну, бонфайр, короче. Угу. Мы чуть ниже, короче, получается, спустились. Ну, то есть, так или иначе, ты можешь с этой крыши сигануть. Либо ты просто по низу пройдешь. Приемлем. Молодец. Так. Так, если есть знак призыва, то... Может быть, здесь где-то будет босс. Пизду, я лучше костер запалю. Че это чреват? То мало ли, игра психанет и решит просто тебя захуярить в очередной момент. Так, с чего бы начать-то? А чё вот привязано? Ну да. Классный моб. Кто-то бежит. Обнимашки. Вот что бывает, когда эта сучка догоняет. Бешеные черти. Прямо для костра тебя загрызут и не подавятся. Откуда он, интересно, она меня увидела? Я ж только вот к этому челу подошел. А она это валялась.
Вот здесь посмотрим. Для лука какую-то плюшку дали. Вон там я бегал. Вон там стоял. Где лестница? Ну, плюс-минус понятно, как бы. Так. Тут костер. Ты с него выходишь. Раз дверь, вторая, третья. Третья идет у нас вниз. Шли отсюда смотреть, что есть. Тихо. Нет, если отсюда свалиться, ты умрешь. Мне почему-то паротян напоминает. Лавовые такие хрюшки. Тоже медлительные и толстенькие. Это надо сучару заковырять тут. Так, ну на этих-то хрен с ним. Мне вот этого надо, да не вот этого. Меня это челик интересует. Она просто так тут стояла. Ну да. Впереди нечто отсутствует. Ну то есть можешь не бежать, тебе все равно там ничего хорошего нет. Наверное. А может быть гонят. До свидульки. Еще бабочка. Здесь они тут не респавнятся, ну типа они тут конечные. Че не охраняли вообще? Тоже бабочка. Блять. Ну камон. Чувак. Куда ты взялся? Придется лечиться. Когда следующий костер срезка неизвестно. Да ну хер знает, если это домик оббежать, может быть что-то там вкусное-то и есть. Тут какой-то проем. А, тут понятно. Одна большая тут стояла. Печень. Ёбаный урод. Как его можно было тут заметить? Он сливается просто с этим, с интерьером. Уебаны, так сказать. Никто не хочет больше вылезать. Хотя да, чё в принципе, я в игру от промов хлобая. Тут вообще как бы тебя за каждым углом дамажат. Так, а этот подъем как раз потихонечку вот туда меня ведут. На крышу посмотрим.
пирожок, штука хорошая. Я вижу тебя, педик. До свидос. И там кто-то толстенький ползает. Может, личинка? Может, кто посерьезнее? Так, а я был по вот этим... Нет. По этим крышам ползал. Вот где-то челик какой-то свисал. А, тихо, тихо. Ну и в принципе это все. Шли выше. Я думаю, разницы никакой, что я по ступенькам поднимусь, что через вот эту крышу. В принципе, они там взаимосвязаны. Ну да. Это личинка, это ящерица, а вот лифт на самый верх. Все нормально. Иди-ка сюда. У меня прикольный трезубец, кстати. На несколько плетей сразу разделяется. Ну, может, это не плеть, а мечи какие-нибудь, не знаю. Так. Тут их как бы две. Ну, на какую мне надо? Давай, пойдем на эту. Там еще одна. Возможно, вот здесь подъем, это если ты с другой стороны вообще пришел. Это как-то это все. Ну не знаю. О, я же говорю. Стой, дай это. Ладно, бежать недалеко, в принципе. Ладно, хотя бы я в курсе. Это раньше боссом было, или там оп обычно. Вот и хер его знает, на какой мне лифт, на правый, на левый, либо вообще там вниз. Дальше фантома позову. Пущай помогает. Вот этот путырок. Все. Хуй тебе. Бля. Причем он никак тебя не дамажит, кроме как горшком каким-то. Ну, горшком и клинком. Самого чела тоже обойдем, пускай они тут все тусуются, это хрен как бы с ним. Ч
Сейчас пойдем ящерку валить. По идее, этот лифт он тебя должен довозить вот только доверх. А вот другие два я вообще не знаю. Ну-ка давай. Где этот залуп ушел, блин? О, как раз комета его, ебаш. Что-то как-то неэффективно. Издевливается. Слушай, а напекали на него вогнал как за босса. Ну как бы и по деньгам, и по всему остальному. Первый раз, когда ты с этим уродом встречаешься, магмовый змей. Ну давай ты, блядь, прыгай. Магмовый змей. Он, короче говоря, тебе дает оружие свое. Такие прыжки в лаве, мудацкие. Он дает тебе оружие, потом он дает тебе этот какого. Драконье сердце. Сейчас опять сердце дали. Их скоро солить можно будет. Хер знает, то ли прыжки эффективнее, то ли перекаты. По-моему, это что-то хуйня, а что это хуйня? Против теореме из Кабара. Так, давай, лечимся. И чё? Чё я сюда приперся? Вообще не знаю, зачем я сюда иду. Чем я занимаюсь? По идее, мне найти лифты надо. А, ну все, все понятно. Я просто немножко это обошел. Хуй язык. Ну давай на этом съездим. Ага. Супер лифт вообще. Он еще игру повесит. Надеюсь, не с концами. Поскрипим, подождем. О, рот глючил. А чё, куда ты поехал? А, это как весы работают. Есть инфа, что Патреон не умер. Что за Патреоне? mr.toaster патреоны. Что за патреоны?
Это что такое вообще? Кто это? Поточнее. Там жесткий тип какой. MR.Toaster. Типа Бусти. А, Патреон. Про это что ли? Патреон, в смысле, помер. Ну, то есть, умер сайт или что, не работает он. MR.Toaster. Только то, чем пользовались все ютуберы. Да нет, почему? Кто-то Бусти, а кто-то Патреон. В принципе, между разница между ними небольшая. Они примерно одни и те же функции выполняют, я урочу. MR.Toaster. У нас не робит, как я понимаю. Ну, не все коту масленица. Так, вот я оттуда выходил. Мы будем запускать механизму. Это будет срезкой, по идее. А вот там босс. Там будет босс, если я не ошибаюсь, по-моему, жирный чел. Катсцена. Патреон, удивительно то, что он не работает. Вот, скорее всего, и Бусти это тоже скоро отключится. Они же на PayPal, по-моему, все работали. Вот. А, нет. Я думал, лава высохла. Ну, кстати, я опять игру заглючил. Может быть, кстати, из-за интернета, я не знаю. Но без ОБС-ки, без стрима, она виснет вообще в разы меньше. Я знаю, может, переустановка поможет, но не вижу смысла. Катени, короче, показали то, что мост поднялся и все. Я думал, просохла эта лавовая река. Но нет. За жесткие посадки вообще. Мост раскаленный, надо на него пописать, чтобы он остыл побыстрее. У нас так сварщики делают. Ну или с шлангом. Ну так как шлангов нет, придется нассать на мост. Всем табором. Здесь в одной катсцене два раза игра повисла, охуеть вообще. Чумовая оптимизация. Да, наконец-то. И свет даже дали. Что пишут? Вероятно, огонь, так что впереди ноги отсутствуют. К чему бы это? Я узнаю, что спидрунеры, короче, запрыгивают на вот это колесико, валят вот эту курву, и потом что-то еще делают. Вот у нас резко. Как раз до босса. Давай-ка мы вот на этот балкончик запрыгнем. Стой. Кстати, один спидрунер так VR свой запорол. Я смотрел. Он как-то не сразу запрыгнул сюда. Это типа стрёмный очень прыжок, ну, в смысле. Ну, отстойный, короче. Я не знаю, мне вообще он не дотягивается. На лошадке было бы удобнее, кстати, запрыгивать.
Так, давай-ка метеоритами эту парню. Надо там прячется и все. Что-то такое себе дамаг. Ну, ты хоть попади куда-нибудь, ты затихла. Чё же спидронеры там подбирают? Я вот не помню, они как-то заскакивают сюда. Стой, подожди, может разбегут? А-а-а, блядь. Ну, сейчас можно портануться, в принципе-то. С того моста быстрее бежит. Я просто хер его знает, зачем они туда именно прыгают. Вон сюда. Ладно, короче, я еще попробую разок. Если нет, я не знаю просто зачем они именно сюда прыгают. Может быть просто берут какой-то лут. Не факт. Может сюда потом надо как-то попасть. Хер его знает. Но они прям, я помню, что вот с этого колеса запрыгивают. О! Чудо чудное. Диво дивное. Там какой-то проход еще. Бля, да заебала игра виснет. Насколько можно-то? Начинается. В чем причина, я не знаю. Если ее переустановить, то ее потом, возможно, никак будет не загрузить со Steam. Санкции уже у нас, всякая хуйня. Без терпеть. А? Как-то надо вот еще потом отсюда умудриться туда прыгать. Так мудово эту штуку мочить. Она как бы ваншотит. Так, а теперь надо как-то. Будь у меня лошадь, но прыгнуть не поможет. Лошадь никак не поможет.
Ну хуй там плавал. Да ебись ты колотись, пизду. Надо вообще посмотреть, зачем туда идти. Я там вижу то, что какая-то этот какой-то проход есть. Все должно быть гораздо проще. Если есть проход, значит там где-то какие-то стенки дергать надо, не знаю, что-то в этом роде. Меня, скорее всего, либо потом туда отведут. Ну, на этот балкончик я выйду. Ну, потому что вот так вот дрючить стенки, но я не вижу смысла. Пошли на босса. Вон там, я даже стенку его боссовскую вижу. Симпатично тут. Аристократ божественной кожи. Крутой чел. Ступа и попадался такой. Пускай они там ложкают. До свидания, аристократ божественной кожи. Сшиватель божественной кожи, благородное присутствие. А, ну это тут понятно. Какой-то меч дали и что-то еще. А, прах. Ну, не прах, а этот как пепел войны. Где эта хрень-то? Открыватель. Так-то, по идее, вот двуручник темной луны, по-моему, да? Самое вот считается имбовое оружие. Ну и катаны там какие-то. Открыватель. Что за хрень? Понятно, это, короче, длинная пика, по сути. Ой, не длинная пика, а длинная рапира. Поле тебе, например, на одинаково. Как-то это все, блин, этими стенами пахнет. Заныканными. Кстати. Не смей. Ну вот сейчас мы, наверное, вот так вот и выйдем к этой штуке, которая катается. Подожди, блин, что-то я как-то... Ходов очень много. Постоянно. Ты видишь один, тебе подкидывают еще три. По идее, если я возьму этот предмет, будет отсцен. Возможно, запустится босс. Как пишут? Выглядит знакомым. Топа является введением. Первого знает. Ладно. Костер я тут запалил, так что... Пойдем потолку эту вырубим. Наконец-то такие. Я же говорю то, что так или иначе тебя все равно приведут к ней. Хера не видно. Просто не сразу.
не поддается. Чему? Из лидера. Да, я вижу. Не, я туда прыгать не могу. Даже, наверное, медальон кошки не поможет. Подожди, а почему она не поддается? Серьезно. Может, она не работает, то что мосты какие-нибудь. Не поддается. Так, херсон. Змеиный амнион. Ключевой какой-то предмет. Да, почитаем что-то. В котором развивалось нежданное потомство. Амнион из материнской утробы, где вплоть до омерзительного родильного обряда развивалось нежелательное потомство. Никогда не высыхает, сохраняя влагу на длительный срок. Пишется. Так, ну что, поехали? Я думаю, что мы к боссу едем. Получается, да, вот я отсюда приехал. Саспенс нагнетает стопудово вот этой вот атмосферкой, музякой и так далее. Тишиной глобальной, никто на тебя не нападает. По идее, оно по кругу должно, это здание, быть. Просто вот через жопу это сделаю. Где-то дорога к боссу. Скорее всего, если бежать направо. Там какая-то стенка мигнула, кстати. Бля, в чем дело-то, я не понимаю. Зачем меня туда сюда таскает? Что-то я хер его знает. Ну вот оттуда с алтаря я подобрал. Ну-ка, давай на улицу. Прыгнуть тут явно никак. Вон туда можно. Да? Сейчас туда, коня. Я промахнулся чуть-чуть, но... Тоже пойдет. Угу. О, вот призыв, а сейчас босс будет. А у меня что-то как-то этого нету. У меня фляжек мало. Там еще какой-то проход. Впереди предмет отсутствует.
А я тут был. Это там, где рычаг не двигался. Конечно, возможно, есть сезон, то что ты поднимаешь эту платформу наверх, у тебя включается рычаг вон там. Но вообще не факт. Прикольно. Чё сказать? Не сдавайся, скелет. Ага, ну туда надо. Бросок не поможет, кольцо Элден. А, ну это приколы, короче, на Властелин колец отсылка. Кольцо Элден, типа, ну понятно. Ага. Юморист. А вот там, где бугорок, я так понимаю, у нас босс тусуется, да? Кто едет? Это лава так бы. А вот это парни. Еле отбрехался. Странно, почему-то нету босса. Есть призывы, короче. Но боссов нет. Узри сюда. Подожди. Да, он тоже как бы можно. Узри дальний бой. Кого? Дально бить. Хер знает, короче. Иди тайная тропа. Пиздишь, как Троцкий. Опять игруля повисла. Может, правда, блин, интернет подключил? Не знаю. Главное, знаки призыва есть. А боссов нету, уже второй знак попадается. Типа сюда можно прыгнуть. Это пособирать. MR.Toaster. Ростелеком живи. Угу. Будет обломно, если он еще накроется. Так все не в порядке. Кстати, 116 косарей уже наколотил. Да, я же говорю, что я во всех этих домиках побываю, так или иначе.
как будто кто-то на головной гармошке. Есть еще кто-то? Ровно лево. Подожди. Сперва подъемник. Я не знаю, может быть, она за какая-то хорошая подсказка. Ну, обрабатываем. Вот. Ну, не дергайся. Не работает рычаг, я не знаю почему. Подъемник, вот оно что я имелось в виду. Типа ты сначала должен на подъемнике подняться, а потом туда идти. Бля, ну хер его знает. Короче, я сейчас пока ничего дергать не буду, я просто посмотрю, что тут можно взять. А че вы все пялите туда? И толпой что-то стоят, охуеваются. Я помню, тут один чувак бегал. Блин, еще лестница. Аккуратненько себя ведем. Повязка просто любина. Моточка. Полева. То есть можно на подъемник, можно идти по лестнице, а можно и вот так. Нахрен тогда эти знаки приз. А этот лютый, кстати, пенис. Он был с этим. С плетками там. Кто-то сзади. Я его не вижу, но слышу топот. Ну чё, кто там ходил-то? Он прям рядом. По-любому какая-то ящерка. Ладно, пойдем сначала на подъемник, раз уж так. Возможно, это просто срезка. Потом лестница, а потом дальше. Потому что она что-то, я смотрю, вглубь просто уходит у замка. Я думал, слушай, к этой хреновине она тебя ведет. Ну ясно, тут, короче говоря, у нас костер. Да, тем не менее, светка, короче, получилась. Там, где писали, внутри дыра, там, где этот рычаг не дергался. Так, тогда теперь отсюда. Отсюда нужно идти на лестницу, которая в окошке. Возможно, эта лестница спускает там, где не перепрыгнуть, где мост подъемный этот был.
Стой. Что это замычка такая? Еще. Да? Очевидный ключ. Тоже пригодится. Отсюда можно сигануть и на мост. Там чувак. А вот тут вот как раз мы идем к этой хреновине. Ага, а вот здесь вот я уже был. Там надписи, вот эта хреновина, короче, там я залезал в окно, а вот тут вот проход ко второй половине моста, короче. Хватит, все запутано, конечно, но в принципе распутывается. Че? Как добраться-то туда? Значит, через верх. Ну, пойдем. Забудь бы просто, где какие дороги и куда они ведут. А. Понятно, короче. Понятно, куда вела эта лестница. Я снова наверху. Да, если к этим... Там же вот где пещера какая-то или что-то такое. Подожди. Так, вот отсюда, если поворачивать на другую сторону. Вот сюда. Просто голова змеи и все. Придется хилиться. Серьезно, не достаю. А так. Вот. Есть пробитие. Они тащат меня, я не понял. Еще какой-то похуй. Я удачно зашел. Вот эти пизденыши, они довольно-таки опасны. Даже уже не находил, не подходил еще, а какая-то падла на меня уже тьму повесила. Че охраняли-то хоть? Вечный камень мрака 6. Ну такое себе, в принципе, но это не часто встречаемый ресурс. Да. Ну ладно, прогулялся. Походу, блин, еще и вот тут какие-то приблуды есть. Нет. Понятно. Ну-ка, хватит мне докрутиться тогда сюда. Полечаемся, полечаемся. Так, ну что, наверх надо заподниматься.
Камень и мрак опять. Я все жду, когда меня вниз туда доведут. И эта штука каталась. А потому что и проход, и чувак какой-то висит. Ну, то есть можно что-то подобрать. Неспроста. Я давненько за какого за группу убитых врагов не дают ничего. Какой там туман, плохо различим. Впереди мудрец отсутствует. Но он и деревья писал, рисовал. Наверное, промечиво и валю, да? Там кто-то шарообразный наверху. Прах змеилюда. А, ну это понятно. Змеилюдов этих призывать, что ли? Это такой с шаром стоит. А, такая же змея, только, наверное, закрытая щитом. Чуть не попался. Это же змея как нет, слушай. Это кто-то с опухшей башкой. Это ебаный маг. А если змея, у него башка опухла у нее, и она магом стала. Я вот сейчас не понимаю, где босс, хотя я по идее видел туманную, вот с желтым туманом дверь уже сегодня. Ну, как бы пора. Босса нет. То есть телепорт. Так, на телепорт сейчас уже времени нету. Давай сейчас мы сгоняем туда. Смотрим, что за этой двери. Не знаю, почему-то меня к боссу не идут. А тут прикольно. Чуть не грохнула меня, сучка. Ладно, пока оставлю. Да, прям, я не вижу тут ничего. По-моему, еще хуже сделал. Понифляк, ни хера нет. Как туда добраться, я чуть-чуть.
явно не так. Может, туда лифт какой-то поднимается в виде клетки такой же. Туда прыгать-то? Не вижу, куда прыгать, значит, просто надо напялить пушки на это амулет. Я. Это. Хотя бы я точно не сдохну при падении. Да, идем, хер его знает, короче. Просто вперед. Тут лестница, там лестница. Проклятие пассива. Это квестовый предмет, походу. Вот этот, падла. Наконец-то мы с ним встретились. Точнёхонько в меня прям. Вторым. Что, надо посмотреть, может какая-то хоть срезка есть, я не знаю, от костра. Что-то это должно быть. Просто такую даль сюда переться, что-то, ну, вообще не фонтан. Возьмем, блять. Снова под витоны. Я уже забыл там, куда я до этого собирался идти. Ходов просто до хрена. Ну хотя бы я дошел куда хотел. Камень мрака. Может быть. Может быть пригодится. И все. И ни срезок. Ничего вообще. Хоть бы лестницу сраную дали. Да, противоположную тогда сторону. Буду я обратно в замок возвращаюсь. Пепел войны, ну понятно. Впереди тайная тропа. Да, я сомневаюсь. И только сесть на стул, только функции нет. Короткий путь. Лошадь отсутствует. Ну-ка, ну-ка. Может быть, действительно приведут ближе. Ага. Вот он, лоскутик, уютик и все, что было тут закрыто. Понятно. Какая пунктуальность? Это для тебя. Ок. Ты ведь в поместье недавно. Но если исполнишь поручение, то и отношение к тебе улучшится. Спокойно, ведь мы с тобой старые друзья. Пришло время передать эстафету, верно? Ну вперед, не пуха. Весь этот лоскутик. Посмотрим, что за письмо.
будем заканчивать сегодня. Тра-та-та, тра-та-та, где письмо? Лоскутика письмо. Письменный запрос Лоскутик в вулканом поместье, где упоминается имя погасшего жертвы. Великий Трагот Рогатый. Его можно найти в руинах на краю обрыва. Точное местоположение красно на карте. Где найти? Блин, я уже забыл. Так, подожди. Но это явно не в закрытой территории. Я бы заметил. Может, мы ищем одного и того же чувака? Лоскутиком на пару. Почему бы нет? Вот он тут. Ну давай. Я может успею. Кто-то вообще просто бьет этого лоскутика еще в самом начале и не получает этого квеста, ну не продолжает его. А, ну и все, вот он и тут. По идее, у нас боссы быстро валятся, так что... Пока как раз есть 2-3 минутки, сейчас мы его заковыряем. Потом, не знаю, надо как-то... обратно туда. Возвращаться. mr.post. Лоскутик, тонкая отсылка к Warcraft номер. Нет, лоскутик это конкретно отсылка к самому Dark Souls. 3. Лоскутик был в третьем Dark Souls и в первом, по-моему. В третьем точно был. Я помню, он там пинал меня с обрыва. Хозяин изгнан. Моя дуга. Окей. Давай назад. За минутку я заебенил. Как-то так. Шлем овцы быка, доспех овцы быка, перчатки овцы быка, поножи овцы быка. Я у него червячки козырные. Ебовые подкрадули, как говорится. mr.post. Дарков не было, когда был Warcraft 3. Ну это понятно. Да. Просто конкретный персонаж Лоскутик. Да. Забавная броня. Конкретный персонаж Лоскутик, он в этом есть. В третьем Dark Souls. И так как его делал тоже Хидетака, то гадалки не ходил, он имел именно этого Лоскутика, а не с Warcraft. Ну и как бы все. Дальше надо исследовать, короче говоря, наше волшебное там поместье, хрен знает, какого размера. Но как-то вот тут все вокруг да около ходишь, но конкретно ни боссов, ничего не попадается. Так, мелочевка какая-то. Я думал то, что надо будет сегодня биться с этим Горынычем, но нет. Видимо, не судьба. Посмотрим, надо порыскать. Всем привет. Здорово, Барт, мы уже заканчиваем. Надо повнимательнее порыскать. Вот мой лайк. Спасибо за лайкос. Порыскать надо, может быть, где-то что-то упустил, может быть, какую-то тропинку. Но я тут четко видел, то, что там был проход к боссу. Хер его знает, почему я именно до него не добрался. Может быть, откуда-то с лифта надо аркануть, чтобы к нему попасть. Не знаю. По идее, он не должен быть секретным. Короче, надо повнимательнее побегать по этой локе.
Так что продолжим, короче говоря, как обычно, на следующем стриме. Всем спасибо за просмотр, за поддержку, лайкосы, комменты, это все опционально, как